Так, запись пошла. Запишем эту хуйню. Гера, выйдите. Это не Гера? Гера нам нужна, ты чё? Выйдите с меню, на обычку нужна. Зачем? Зачем? Давай в Геру. Потому что Гера пускает, блядь, Амарода, у него нахуй шестая ката. Блядь, да и хуй на него, поменяй его, блядь. Он с варом. Нахуй нам обычка? Обычка слишком простая, блядь. А Геру когда пойдем? Геру пойдем попозже. А квест тут делается хоть? Геру пойдем, блядь, своим составом нахуй, роди там, все дела, блядь, и так далее. Серебряный авангард и рыцари черного. В рукояти, блядь, нам поэтому нахуй. И готовится нанести решающий удар. Мы будем действовать незаметно, но не менее эффективно. Когда король Лич отвлекся на главные ворота, мы проникнем внутрь другим путем и постараемся понять, как можно покончить с ним раз и навсегда. Чё он там дрочит, блядь? Хватает, блядь. Хил хуй дрочит или чё там? Где хил-то у нас? Я опять ДД вижу. Таман. Малая волна. Меня на выход нахуй. Сами хуярьте. За шаман нахуй. Я думаю, хули не сидит никто, блин. Ну вара сколько не варианты, поэтому шамана. Хуйня бесполезная, блядь. Нахуй иди, говорит, ебло тупое, пишет ПМ. Ай, бля. Чё пишет? Ну, тупое, сука. Тыкай не смог. Я в личку РЛ писал, собака, обосрался, сиди, не въебывайся. Он мне писал, в личку писал, блядь, Шам 215. Вот, я у него спрашиваю, ЛМ есть? Не, а второго спека нет. Че я должен был понять у него, блядь? Он мне пишет, сиди. Второго, блядь, значит, первый у него какой, нахуй, Энх или чё? Чё, чем он там, блядь, бил? Молния, нахуй, он бил. Это ЛМ. Он мне пишет даун, блядь. Сука. Вот таких целый сервак, блядь. Где ты там? Выходи на сумму. Погнали нахуй. Давай в инсту ебать, куда ты улетел у нас же лох, если ты чё, блядь. Подкурил что-то? А, ты вчера? Суманули уже что? Сейчас вон тебя сумонит уже. Блядь, не проснулся нас, наверное, ещё. Я думаю, что за хуйня не хилит никто, блядь.
сука, редкость собрать надо. Можно кару тончить, наверное, уже. Бедный шаман. Что, в бое, да? Блять. Я щит выиграл. И дом и покровом этим ебаным. Я обожаю фармагом вообще хуйню такую делать. Заряжаешь, допустим, эту. И у тебя пропает глыба там от взрыва бомбы, блядь. И шар в одного кидаешь, блядь, а бомба у другого, ну, глыбу. Две таких пули прям одновременно из мага. Пока нам ты хуй так сыграешь. Анвар, блядь, как там, 50-й ебашит, 260-й ебануть. Ну, он локу вагоном взял. Говорит, я, блядь, за себя, говорит, за двух тех локов дам. Я говорю, ну, окей. Друид, заебись. Не то, что тот шаман. Как он держит меня, блядь, он не роняет, нахуй, покровительством хуярит. Не покровительством, блядь, такого, блядь. Короткий такой каст. Ты понял. Да, покровительство. Ну да. Да-да-да, покровительство. Ну, нихуя он бед. Отлично.
Я хочу его. Она все равно переделает. Ох, какая пушка на танках, гля. Еще и красивая, блядь. Ты шарик какой-то, блядь. Да, глобус, ебать. Ага. Бля, почему мне не падло, когда я здесь не ходил, ебаный ты рот. А у тебя какая на танке, на паладине? Свеча. А, свеча хорошая. Да. Но с профа десятки, там мастерство просто. Нахуй мне нужно, нет. Ну это аналог Митриус. У тебя же есть, да? Да. Символ у тебя, да? На мастерство символ стоит, да? Да, ну печать, конечно, всегда стоит, поэтому я. Там есть альтернатива. Есть вариант другой символ поставить какой-либо. Шмотку другую нужно. Не клину пени, как где-то не стоит. Нет, я сбил. Я сбил. Больше нечего пить. Че за меня откатится? О, бах. Видал, он кастанул и сразу еще начал. Ну, для Руми. Если он дерзкий моб, да? Кастует сразу два. Так дайте ману отпить. Я, знаешь, я оцениваю тот рейд, вот, который был. В том, что я вот скрин сурка сделал, надо будет с каждого сурка скрины рекаунта скидывать 18 минут. Ачивка же все равно только в Гере. Пусть тренируют. Да, он меня духи хуярит. Как-то. Ой, в лоха прилетело, блядь. Сори. Лох. Перебили, блядь. Войдите в него, когда будете готовы. Сюда шею, блядь. Я присоединюсь к вам позже. Слушай, это нужна, блядь, меткость нахуй. Клоп тоже не есть, да? По-любому. Руна Лили упала. Нормально, да, пошли в яму. Вот, квест, блядь, давай сзади квест, давайте сзади, да, в яму. Мне такую яму надо, мне нужен гарслот и далее. Ты сейчас будет там рабочих фармить, блядь. Хуеет. Кто выиграл? Амарлоли, блядь. Лок, да, нихуя себе, нормально. Б
был 171, блядь, встал. Куда он съебался? Мы отрекшиеся. Мы убьем войны Орды в атаку. Лол. А право выйти. Квест какой-то тут, ну-ка. Иди сюда, почистим потом. Вот просто начальник путь не гархал, ты рабочий. А, да. Солдаты, я так понимаю. Жалкие слабаки. Прислужник, убейте этих наглецов. Погнали. Вам одним придется пройти через эту выгребную яму. И пролиту не бей, ебаный дурак. За мисс нахуй. Выведи, ебаный ты в рот. Пиздец, на ТВ дел. Ну хули он там стоит. Бегает как уебок. А солдат каждому индивидуально считает или что, я не понял? Нет, всем по пробкам нет. Всем не считают, освобождайте солдат. Ну, смотри, мы сейчас убьем кузнеца, блядь. Всем обратно нужно будет всю эту лодку почистить перед подъемом. И убить тихо и все. Там тоже солдат. А ты их освободил уже? С Роми пришли вдвоем друидом, побегали тупо, блять, в инвизы, нафармили 15 солдафонов. На это, на начальника не пошли. Че, давай дракона пить. Сейчас. Парпа потанкует, блять. Петух офернул, блядь. Или, блядь, усрал мне 20%. Уже другое дело, БКшник у меня. Блядь, капнул дэст, ёпка. Чё бы нахуй. Раньше ходил, как кусок, блядь, мягкой котлеты из говна. Это придумал. Все, вот этого тоже давай убьем. А нахуй. Кусок мягкой котлеты из говна, блядь. Сука. Пожри чё-нибудь. И этот великан ужасный, да? Явно на спине там, блядь.
Лок урывается, короче. Да нахуй, кузнец, бомбу. Смотри, кузнец, придурок, а так жал обратно. Где сырный там? Забавно, блядь. Так медленно говорит и так смешно, блядь. Сейчас вы получите ГП. Большие штаны чистые. Пасут от большого позора. Пока. Он друид на кота прокнул, блядь. Квест, квест, войд, квест. Ёпта, куда ты взлетишь? Где, где, блядь? Так надо еще бичей освободить, блядь. Сколько? Там. Два бича сейчас. Ну вон там внизу, там дохуя их. Съебался, блядь. О, 15 как раз. От лука что ли засчитало, ну-ка. Тут считается, наверное, да, если вдвоем делаете, он считается суммарно. Вон, смотри, так тут еще кузнецы. Вот стоит, блядь. Так все, я сделал. Ну все. Зачистка, надо убить этого дурака. Ага. Сейчас этого, блядь, верещащий. Да, у меня уже 5000, да. Смотри, сейчас эти вардалаки сверху спрыгнут, осторожно, блядь. А мне 3950. Нихуя, смотри, у меня конь лег, ебать. Ебать. Чё происходит, хер? Вардалаки, эти дури, они, блядь, сверху прыгнут, начинают хавать. Паладин здесь как-то бежал. Они меня захавали, терминал. Бери меня, паладина захавали, арену стал. Хорошо, блядь, успел бабу у нас. Вижу хавы, думаю, ебать. Беги, блядь. Здесь, стоишь, здесь надо осторожно. Еще и этого будем фармить, Ника? Конечно, а как без него? Не откроется, как и нет. Можно этих дальних и трэш не агрить. Нахуя? Два рука. Всех сразу. Давай еще этих приведу. Нормально. Сам только не сдох. Там у меня большой. Чем я не в луж стоял. Я тупо плевки от них взять. И, конечно, напряг как стоит покровительством хили. Нельзя плевки. Покровительство, покровительство еще одного сагра. Ходки раскидывает. Покровительство, покровительство. Блять, раскидывай хуй, сука, буйный рост, ну ёб твою мать, где на варе хота, сука? Волф. Сейчас посмотрим, чем он хилит, дурак, что ли? Ну там лок вообще сложный был, он лок вообще почему первый. Чем хилит друид? Омоложение, буйный рост, открытие природы. Окей. Наверное, решил лока не хилить. Как и меня, блять. Антрит. Танки и курики. Мне Нака голосом Таурена шепотом говорит, нужно подождать, блядь.
пасть крокодила, блять, а голос таурена. Недавно, короче, это, помнишь, с Андрюхой гадкий мозг, как там, блядь, корявый коготь называется, да, дракон? Вот, я, короче, налутал дракончиков этих, блядь, вот, стоит мозг, кот, я ему кидаю в обмен, вот, он говорит, это, блядь, я ему пишу, говорю, этот, блядь, талисман наш, отныне, говорю, ты мозг, корявый коготь. Это Чингачгук, блядь. Там этот сила доната что-то стал доебываться нахуй. В Дискорде пишет. Зачем ЕП за обычки, нахуй? Я говорю, тебя не должно волновать, за что я даю ЕП. То мне он не нравится, нахуй. Ну, он с рейда, ну, офнулся, не офнулся, не поебать. Проблема, не проблема. Но вот он зашел, был онлайн. И он не сказал, блядь, дайте пати в рейд. Такие люди мне не нужны, вот реально. Вот, ну ты тоже забыешь, потому что мне нахуй не нужен челик, нахуй. Донат не донат, я его деньги не считаю, мне похуй как бы. Но вот такое отношение мне не надо точно. И те, кто там офуются, мне там сколько, недели, две назад или три. Кто-то офнулся там. Или это... ГП получили. Надо предупреждать, нахуй, если ты не хочешь нахуй. Вам не пройти в покое моего господина. Солдаты, уничтожить их. Алло, за тобой трэш. Чем его много, блядь? Если ты мне блять, что делать-то, а? Вот так. Смотри, главное не хилят никто, нахуй. Сейчас я буду танчить его, блядь. Где кто живой, блядь? Ринси, давай, нахуй, ёбаный в рот. Чё я тут прыгать там? Дурачок чешо, блядь. Ты про что? А ты где? Меня убили, блядь. Он с варом. Куда лоб бежал? И ты тоже куда убежал? Тебя сейчас хуй кто сумнёт. Да похуй, я сейчас через инвиз пройду. Бегите пока сами. Как ты пройдешь, тебя мобы захуярят, блядь. Не захуярят инвиз. А сколько инвиз секунд? 50. Да, ну нахуй. Они точно в инвизе не видят? Нет. Все, лог живой, можно сумонить. Или сум, да. Конечно, в РБК пойти, начать квесты по кражам делать. Первый фрагмент ключа, там вся хуйня. Угу. Надо, Форм надо. Не сделано. Открыть эту хуйню, как она называется-то, блять, виклик нахуй. Угу. А то я в вагоне ДК уже тут. Второй раз, что ли? Что там есть порт-то это? Ну. Я пока таргет выбирал, блядь. Все, блядь, поехал. Супер мега скилл, тот попадет в сосульку, тот петух. Останови их. Похорони их заживо. Как тут исчезают, падают. Ага, появились, отбежал.
Стойте там, мне похуй, блядь. Я пойду дальше. Я за то, чтобы все могли выбегать этой хуйни. Опа, выбежал. Всегда место будет. А то, что хил не хилит, мне эта хуйня не нравится, конечно. Ничего водить не буду, блядь. Для дебила тактика. Мой хил, нахуй, где ты там, блядь, телепаешься. Как Варенька говорил, телепаешься, блядь. На, на. Опа, и меня откинуло, заеби. Бля, мне так срак горел, когда они по этой прошлой гильдии своими машинками ебанули нахуй. Слезали эту, блядь, яму. Ну, у них тут машинки, они машинки вперед посылают, блядь, трэш весь бежит, они у входа стоят. Пиздец, блядь. Долбоеба, блядь. Я твою, сука, я прям, блядь, метку скину. Щемился в угол, на. Дал, да. Падает, сразу появляется, стоим, ждем. Не вижу, куда отойти сразу, вот и все. Упали, идешь. О, на, нахуй, спину, блядь. Ну ты заебись. Вообще не. Ну, каски не сделали, блядь, но. Да, их тут нет, только шабычка. А, ну, блядь. Их можно сделать, только надо... Мать... Тупо бегают все в танцы, которые трэш водят, и все. Это, наверное, один из немногих случаев, когда можно оком киллрога сакать, чтобы тупо, блядь, трэш не мешал. Ну да, если ачивка нужна, ну это нахуй. Ну да, если ачивка нужна, можно как-то выебнуться. На самом деле, блядь, я за то, что еще бы ачивку по харду делать с трэшем, ну, трэш чистым. Ну вот это, блядь, особенное удовольствие можно получить. Ну, отлично для меня, так может по-другому. У меня была запись где-то, блядь. Ну это на старом канале его удалил. Кто бы мог ожидать такого? Почему удалил? Один просмотр был? Нет, там 1000 видео-видосов было, много очень. Просмотров тоже, не ждись. ДК вообще изи, одну кнопку тыкаешь, блин, и все. Протопал тоже, одна педаль. Встал он кил, блять, нажал крылья на вишку, макрос. Варь чуть в меня нахуй не забежал с сильным морозом. Ура!
300 ВД. Плащик на хила. Нормально. Залучишь? Ставим квест. ВДшка подъехала. Как не рабы вечного страдания. Все, теперь в зал, да? Там пизды получим. Заебало, блядь. Гном, блядь. Я думала, он никогда не заткнется. Но Синдрагоса заставила этого болтливого дурня умолкнуть. В залы отражений, герои. Скептик, да, напался, блядь? Базарит, блядь, понимаю. Где это курва? Я не верю своим глазам. Ледяная скорбь перед нами безо всякой охраны. Как и говорил гном. Вперед, герои! Боль снова захлестывает меня, когда я вижу так близко меч, отнявший у меня жизнь. Чё, блядь? А чё дальше, какой квест? Залы. Побег от короля Лича. Ну вот это тяжелая пачка здесь, я тут не помню уже как. Вроде трэш опасный, блядь, не контролить его. Возможно, спасение находится внутри. Тебе, блядь, сдох тут нельзя, блядь. Локота похуй вообще. Что этот проклятый меч может нас спасти. Посмотри вокруг, и ты увидишь, что из этого вышло. Утер. Утер светоносный. Как? Мало времени. Король Лич видит все, что видит ледяная скорбь. Вскоре он будет. Король Лич здесь? Значит, моя судьба решится сегодня. Вам не победить короля Лича. По крайней мере, не здесь. Глупо и пытаться. Он убьет твоих соратников и воскресит их, как воинов плечи. Но что до тебя, Сильва? Он готовит тебе участь еще страшнее, чем... Ну чё, какие ставки? Обосрёмся, нет? Возможно. Но этих кто убьём, эту комнату все убьём. Должен быть всегда. Будем надеяться. Даже если вы убьёте Артаса, кто-то обязан будет занять его место. Главное, чтобы дровить ход. Лишившись правителя, плетьна летит на мир, как стая саранчи, и разрушит всё на своём пути. Кому по силам такое? Вот это его реплики были в мувике на английском, парагоновском. Когда Лича били, они базарили. Если бы не Артас был частью короля Лича, плеть давно бы уже уничтожила Азерот. Всегда должен быть король Лич. Единственный способ ответить короля Лича – это убить его там, где он был порожден. Ледяной трон. Да. Блядь. Такой бичуган идет наш. Чё три? Ты не на наряд, нахуй. И этим, блядь. С черепами, короче. Чё, кого ты тут басят, блядь? Джедай, сука. Так ты хочешь поговорить? Знаешь, куда еще потом сходить надо? Паладина хочу этого дракона купить. Ой, родной РСК. Фалрик. Я там 2000 стоит, ну, пизду. Принесите их тела в мои покои. Мы убьем всех, кто встанет как у нас. Пожелаете. Как поживаете, мой господин? Солдаты Лордерона, восстаньте по зову господина. Ты так просто от меня не уйдешь, Артас. Я отомщу тебе. Я не повторю прежней ошибки. На этот раз тебе не спастись. Ты не оправдал моего доверия. И теперь тебя ждет только забвение.
Нормально, мне нравится. Все отлично. Женька, ты не сразу. КБ пока. Да, у меня захват хилит вас на 10% вашего. Так, патрон. А? Патрон. Да. Да, капает по 200, по 300. Щит у него, смотри, целка, блядь, педрила, нахуй. Go. Ну, у этого Халрика, смотри, он как это, выглядит почти как клан. ВПшный больше. Так, наносим урон, эффективность исцеления снижена на 20%. Если не рассеять. Ну так а хули, надо было рассеивать. Не о чем, блять, рассеивать. Марвин, добей их. Для начинающих просто деканных. Блять, муна мага. Опять волны эти. Да мне-то похуй, в куче. А вот дроид за буй не переживает. Легко. Это уже не пообъясним, блядь. Который, блядь, за километр стоит. Куча стоит, блядь. Это было.
это жрец хилит. Там друид пиздит меня, 5к даю. Какой-то, блядь, Вася попался. Из циркуля на все по плечу его. Пустые угрозы. Бегите навстречу судьбе, ее жестокие хлопья. Ага, мне это надо. Ждут вас. А чё мы? Квест сделали, нет? Я выиграл, хорош. Что, мы квесты сделали, нет? Или какой? Там дальше. А, да, вот, сделали. Да. Вон, блядь, назад отойди, возьми там квест. Видишь, валяется хрен. Ну, то вы этого надо брать. Следопыт. Найдите и выбери. Принять. Нормально, блядь, тут сделано, да? Угу. Где плечи-то, ё-моё? Вы выиграли. Не могу в сумках найти, прикинь, а вон она. Прикольный скелет. Нет, сука. И лок один остался. Ёбаный рот. Генерала убили, похуй.
Ну тыкните, ебаный его по голове. В ремонте. Бать, срок был в ремонт, я вахту. Я посточенный. Что стоите? Вардоворонец. А вар? Без того вара тут нечего делать. Не повторю прежние ошибки, Сильвана. На этот раз тебе не спастись. Вы все будете служить мне. Он слишком силен. Герои, скорее, за мной. Мы должны выбраться отсюда немедленно. Я постараюсь задержать его, пока мы будем убегать. Кто мы, как не рабы вечного страдания? Никакие стены не удержат королеву Банши. Держите нежить на расстоянии. Я сокрушу эту преграду. Преграда. Держитесь, герои. Я разрушу эту стену. Схватите их. Принесите мне их тела.
Я устала от этих... Восстаньте, прислужники. Не дайте им сбежать. Схватите их. Принесите мне их тела. Там справа можно побежать от этой стенки. Слышишь, твой? Заявить. Косты надо бить ведьмакам, блядь. И заебали стрелой по всем хуярит. Нам уйти, монстр! Сдерживайте нежить, а я уничтожу эту преграду. Потом вторая пачка трэша прибежит. Можно дать бомжей. КД, хули. Секунд, когда пока не надо. Вон, да, можно 3 секунды. Поехало войск, я ему Гришан убил. Гришаны этих можно утащить, РДЗ требуется убивать. Уйди оттуда, нахуй. Слышишь? Чё стоишь, то ли чего? Там мобы стоят, мои. Уйди оттуда. Или. Ну в Кире то же самое, только ДПСика побольше надо. На циркуле. Нам все по плечу. Проклятый тупик. Значит, все закончится здесь. Девиз. Слоган. Три нормально разбомбили, да, личак? Опа, залы нахуй. Аха, не подъехал. Крестный дух, блядь. О, надо крест дать. Отлично. Не преодолели ча, ОД. Я доволен. 6500 ОД. Открываем сундучок. Что там у нас? Опа! Кинжал, блядь. Надо отдать Локу, наверное, да? Ну да, я отдам. У меня другая пушка. Ну, проветришься, заходи. Как этот Сидорий, блядь. А я куплю, наверное, печать костяного грифона. Нормальная тема. Все равно рано или поздно надо будет купить. Вор нормально задамажил. 8 рублей. Если общий смотреть, за 3 инста, 7 до 700. Ага. Ну, нормально. Лок. 1700, я 3400. Нормально, за троих нахуярил. Есть своя цена. Печать 264 покупаем.
Лок еще приоделся, жезл там взял, еще какую-то хуйню по мелочи. Плечики поменял себе нормально. Хасты поднял на 40. Крита поднял тоже чуть-чуть. Все, у меня 232 это было. Печать один. Мага 223, ну как и было. Так, чё? Чё поделать? Давай рука регать. Мне нужны эти эссенции. Кем там тебе нужны? Вару? ДК? Кому? Да ДК можно. Ну, отлично. Что и рука регать. Можно даже, знаешь, что регать?